Ты же подпортишь. Да. Нет, вот они. Ну как бы есть радио. А у него он такая подача неточная, еще я смотрю. А на самом деле это печатается под порки, чтобы ему их было легче потом отбирать. Uh-huh. Я имею в виду, что у него прям порт, видна порт. А, ну это потому что было выбрано большой слой печати. Выбран, по-моему, 2 мм слой для печати. Обычно печать либо один. Он их тащит за собой. По-моему, это нехорошо. Да, мне кажется, что надо перестартануть, потому что у него между слоями допуск не выдерживается. Он таскает за собой материал. Он просто сопли вверх оставляет, конечно, потом они шипляются. Конечно. Ну вон она, все теряет. Ага, он не приклеился. Не приклеился.